Да, мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу, и для начала давайте поздравим друг друга с наступившими праздниками, порадуемся тому, что они у нас прошли, и нас впереди ждет удачный, красивый, долгожданный Новый год со всеми сюрпризами и подарками, которые он может нам принести. А принесет он нам очень многое по одной простой причине, что мы с вами стартуем вот уже в январе месяце с циклом вебинаров, которые помогут нам с вами решать те или иные задачи по нашему здоровью и по нашему внешнему виду. Кто был участником прошлогодних вебинаров, тот знает, сколько пользы они нам принесли. Огромное спасибо Ольге Подхомутниковой за эту прекрасную идею помогать людям знакомиться с материалом, который является, ну, неоценимым, потому что нам достаточно сложно самим в интернете искать те или иные вещи. И гораздо проще слушать практиков, людей, которые на своем опыте, на своих результатах уже получили те или иные достижения. Естественно, они могут с нами поделиться этим. И сегодня я начинаю в этом году цикл вебинаров. Меня зовут Наталья Голоднова. По профессию, по образованию я косметолог, и мой стаж уже около 30 лет. И 15 лет назад, уже практически через 15 лет своей косметологической практики, я пришла к одному удивительному выводу. Ну, на тот момент он был для меня удивительный, что не только косметолог может помочь внешности, а очень сильно на наше состояние внешнее влияют и наши проблемы внутренние. И решать это все нужно в комплексе. То есть если мы хотим хорошо выглядеть, иметь хорошую здоровую кожу, подтянутое тело, прекрасные волосы, яркий взгляд, то мы должны заниматься сначала проблемами внутренними. И сегодня мы начнем с вами наш вебинар с такой наболевшей темы, которая, наверное, сегодня волнует абсолютно всех, даже самых стройненьких девушек после праздников, это наша фигура. То, что мы с вами наели за праздники, за прошлый год, за годы прошлой жизни. И вот я хочу поделиться с вами своим собственным результатом, потому что у меня в этом плане есть свои достижения. Вот. И сегодня что мы с вами обсудим? Мы поговорим о причинах. Дальше мы поговорим о причинах с вами. Я подскажу, что я использовала лично для себя, чтобы иметь такой вот стабильный результат, при этом, ну, действительно не отказывать себе во всех этих пищевых удовольствиях, кулинарных шедеврах. Вот сейчас прошли праздники, я была в гостях у своих друзей в многих разных местах, и, конечно, те угощения, которые люди ставят на стол, на рождественские праздники, на новогодний стол, они, ну, просто не позволяют отказаться от этого всего, а сидеть за столом с кислым лицом, понимая, что тебе это нельзя, это тоже неправильно. Вот. Я вам хочу сказать, нам все можно, главное делать это правильно. И вот сегодня мы со всем этим с вами и познакомимся. Вот. Дальше с вами еще будут общаться люди, профессионалы, которые подскажут вам другие секретики стройности фигуры. Вот. Но это будет чуточку позже. Я думаю, что мы в течение часа с вами справимся. Вот. И, наверное, давайте начнем нашу встречу. Да? Я так надеюсь, сколь вы молчите, значит, меня хорошо видно и слышно. И давайте с вами о тех причинах, в первую очередь причинах, которые влияют на наш лишний вес. Откуда он вообще у нас берется? Да? То есть самое первое. Я не в порядке важности определила эти причины, я просто их озвучила. Вот я собрала 8 основных, неважно, какая стоит на первом месте. Каждый из вас найдет как бы как минимум несколько, которые влияют на его фигуру. Вот. Ну, на первое место я поставила стрессы. Вот, я думаю, вы не удивитесь, потому что жизнь у нас сегодня, ну, более чем стрессовая, даже телефонный, неожиданный телефонный звонок, телефона, который все время при нас, вызывает у нас иногда легкое вздрагивание и так далее. Да? Вот, поэтому мы все с вами подвержены вот этой вот ситуации. Но человек обычно набирает вес, когда его стресс очень силен. То есть, возможно, это какие-то проблемы на работе, в семье и так далее. Соответственно, человек, находящийся долго в состоянии стресса, пытается, конечно же, эту проблему решить. Ну, каким образом он ее решает? Во время стресса сжигает
потребляется огромное количество энергии, и чтобы компенсировать это, организм, конечно же, посылает определенные посылы для большего потребления пищи, особенно вкусной. Вот. Ну, так как вкусная для нас с вами это солененькая и сладенькая, да, в основном сладенькая, то мы пытаемся стресс вот, именно как бы заморить такими вот червячками сладенькими. То есть мы получаем такое незначительное удовольствие, и нам кажется, что вроде как стресс наш немножко отступает на второе место. Что здесь можно посоветовать? Ну, умные люди говорят, не важен стресс, а важна наша с вами на него реакция. Я понимаю, говорить хорошо, но не всегда возможно, ну, как бы вот так вот щелчком пальца избавиться от стрессовой ситуации. Но здесь тоже есть выходы. Вот. Один из неплохих вариантов, на мой взгляд, это возможность пообщаться, например, с психоаналитиком или с психотерапевтом, если ваш стресс достаточно стойкий, длительный и глубокий. Да? То есть попробовать разложить эту ситуацию, вот, что все-таки происходит. Вот. Второе, нужно не забывать о том, что наша нервная система реагирует на стрессы по-разному, по той простой причине, хватает ли у нее сил реагировать, так или иначе. А эти силы дают нам не что иное, как определенные витамины. И в данном случае речь идет о витаминах группы В. Вот. Это антистрессовые витамины. Если в вашем рационе питания их недостаточно, то вы даже на мелочи будете всегда реагировать неадекватно. То есть ваша нервная система будет всегда находиться в состоянии стресса. То есть вы как зажигалочка все время, чуть что, и сразу чиркнули спичкой. Поэтому витамины группы В. Я думаю, что вы найдете возможность узнать, из каких продуктов питания вы можете их взять. Если вы проанализируете всю эту ситуацию, то вы с удивлением увидите, что вроде как они и встречаются во многих продуктах питания, но мы немного их и едим по большому счету. Особенно то, что касается злаковых там, и так далее. То есть полноценного зерна, которое может содержать витамины группы В, у нас не так и много. То есть не так много мы его потребляем, либо боясь набрать лишний вес, либо просто у нас нет таких качественных продуктов. Поэтому мой совет очевиден таким людям. То есть вам необходимо искать биологически активные комплексы, натуральные комплексы, которые содержат витамины группы В. Так как цикл этих вебинаров подготовила для нас компания Coral Club, компания, которая на рынке уже около 20 лет, представляет продукты для здорового образа жизни, продукты для фитнеса, продукты для красоты, то в нашем ассортименте, конечно же, такие витамины есть, и мы об этом с вами поговорим чуточку позже. Следующая причина, которая, ну, позволяет нам накапливать этот самый вес, это, конечно же, нарушение режима питания. Вы знаете, ну, наверное, 80% людей со мной согласятся, и они ведут именно такой образ жизни. С утра завтракать не хотят, потому что как бы не хочется, да, они говорят, тело не проснулось там и так далее. Вот. В обед они перекусывают, потому что они на работе или где-то там в пространстве, да, то есть они хватают все, что им попадается под руки, потому что уже хотят кушать. Ну, естественно, вечером, как всегда, отводят душу, приходя домой, усаживаясь вместе за стол, и так как ваш организм голоден, то заглатывается абсолютно все, что попадается под руки. Вот. Но не будем говорить о том, как делать неправильно, давайте поговорим, как делать правильно. Почему не хочется утром завтракать? Из моего опыта, я вам хочу сказать, когда я кушала поздно, мне завтракать тоже не хотелось. Когда я перестала есть поздно, соответственно, я просыпалась совершенно, ну не сразу, а там минут через 15-20, появлялось совершенно нормальное желание дать своему телу энергию, потому что пища не что иное, как еда. Соответственно, эту энергию мы можем получить только из полноценной еды. То есть те витамины, минералы, аминокислоты, ферменты и так далее, то, что мы получаем из продуктов питания, это и есть для нас вещества, которые позволяют нашему телу, нашим выделять энергию. А энергия нам нужна для жизни, для здоровья, для запоминания, для любви, для воспитания детей и так далее. Да? Поэтому я скажу несколько принципов того рационального питания, которого придерживаюсь я. В первую очередь утро я всегда начинаю с приблизительно 700-800 мл теплой, биологически доступной минеральной, слабощелочной, полезной воды. И эта вода называется Coral Mine. Люди, которые не первый год уже пользуются продукцией Coral Club, знают об этой минеральной композиции, которая улучшает качество и свойства воды. Аналогов этому продукту сегодня нет на рынке. Это именно та вода, которая позволяет запустить,
это как душ для вашего тела с утра, раз. Она запускает все биохимические процессы. Через буквально несколько минут вы чувствуете, как включился кишечник, как проснулась ваша печень. Вот. У вас очищается организм. Вы ощущаете вот эту вот увлажненность и хорошее настроение, вы чувствуете энергию. Это все дает вот такая биологически доступная вода, выпитая с утра натощак. Вскоре вы уже можете через 15-20 минут уже как бы иметь желание и полноценно позавтракать. Полноценный завтрак – это в первую очередь, конечно же, белки, сложные углеводы. Это не обязательно должно быть еды много. Да, кто-то предпочитает, чтобы это была овсянка, кто-то будет готовить себе омлет или яичницу. Очень хороши фруктовые соки с утра. В общем, завтрак у вас должен быть полноценный. Чем полноценнее ваш завтрак, тем легче вам будет в течение дня вообще вести свою активную деятельность. Какие принципы рационального питания? Во-первых, вы должны питаться часто. То есть чувство голода испытывать не стоит. Не нужно дожидаться, когда у вас вот прям уже все, готов съесть кого угодно. Поэтому дробное питание в течение дня. Два основных приема пищи у меня – это завтрак и вот полноценный обед. Но полноценный обед – это не в понятии обеда в кафе, там первое, второе, третье, булочка и компот. Да? То есть полноценный обед – это может быть большая тарелка салата с хорошим куском мяса или рыбы, или какие-то другие продукты предпочитаете, да, возможно, даже это будет десерт или там тарелка крем-супа, то есть двух таких блюд будет более чем достаточно для того, чтобы ваш обед действительно был полноценным, то есть совершенно не обязательно есть кашу с мясом, борщик, салатик и потом еще булочку запивать чашечкой кофе. Два основных приема пищи и 2-3 перекуса, в зависимости от длины вашего дня, перекусами могут быть какие-то фрукты, но это не 3 банана, да, и даже не один. Я не считаю бананы хорошим перекусом, тем более в плане коррекции веса. Банан не самый хороший продукт, который позволит нам корректировать нашу фигуру. То есть для перекусов вы можете использовать, например, орехи, чернослив, там, курагу, изюм, да, то есть какую-то такую смесь небольшую, или, например, яблоко, или какой-то другой фрукт. Сейчас сезон хурмы, да, это может быть хурма. Это могут быть очень вкусные, полезные батончики, шоколадки, как мы их называем, опять-таки производство компании Coral Club, огромнейший ассортимент органических продуктов, которые удобно носить с собой в сумочке, всегда у вас под рукой есть перекус, вам не надо думать о кафе, о каких-то других местах. Не ешьте на ночь, это однозначно. Вы уже поняли, во-первых, тогда не будет завтрака, во-вторых, ваша печень не выдержит всего этого, и ночью накапливается большое количество жира, хотя если вы на ночь есть не будете, то ночью запускаются процессы, которые позволяют сжигать огромное количество жира. То есть вы сами можете этим управлять. Поэтому неважно, когда будет 6 или 7 будет, или 8 последний прием пищи, зависит от того, во сколько вы ложитесь спать. Но смотрите, это должна быть достаточно не тяжелая еда, желательно, чтобы ваше питание было раздельным, возможно, это будет там даже куриная грудка, белок очень хорошо утоляет голод, не позволяет вам ночью чувствовать этот голод, и в то же время от такого, скажем, ужина вы и по большому счету не поправитесь. Но это не жареный куриный окорочок со шкуркой и со всеми этими делами, да, то есть отварная куриная грудка или запеченная, например, может быть с небольшим количеством капусты или какого-то салата. Может, вы подберете для себя что-то другое. То есть вот такие мои рекомендации. Питаемся несколько раз в день, два основных приема пищи, 2-3 перекуса и в течение дня обязательно, не только утром, как я сказала, вода, а в течение дня большое количество воды. Какое большое? Основная формула – это 30 миллилитров, 40 миллилитров на килограмм веса тела. Почему я говорила 30 или 40? Если у вас все в порядке, все окей, вы прекрасно себя чувствуете, вас устраивает ваше
ваша фигура и ваша внешность, вы пьете вот такое количество воды, 30 мл на килограмм веса тела. Если у вас есть серьезные проблемы со здоровьем, кровеносной системой или действительно лишний вес, то вы увеличиваете количество воды. То есть сначала вам может быть, если вы только начнете пить такую воду, вам может быть некомфортно, но через 2-3 дня ваше тело привыкает, ваш организм привыкает к такому объему, и начинается совершенно другой процесс. То есть вода как омывает вас, у вас уходит лишняя вода, которая задерживает, и вы начинаете таять на глазах даже от того, что вы просто начали пить правильную биологически доступную воду, воду, которая хорошо промывает почки и которая дает вот такие вот результаты. Поэтому цифру тогда увеличиваете. Здесь есть один нюанс, не забудьте, после еды мы воду не пьем никогда, никакую, хорошую, нехорошую, правильную, неправильную, никакую. Вообще после еды я ничего не рекомендую пить для того, чтобы ваша пища усвоилась очень хорошо. Вот, чтобы не разбавлять концентрацию желудочного сока, вот, пейте очень хороший способ съесть меньше за прием пищи, это выпить стакан воды до того, как вы сядете за стол. Вот, соответственно, таким образом вы вот свою норму воды и выпьете. Да, желательно выпивать воду в первой половине дня, для того, чтобы ночь вы спали относительно спокойно. Даже на одной коралловой воде, как вы, люди окрестили нашу воду, вот, в таких объемах люди получают, особенно тучные люди с большой массой, стартуя только с воды, получают очень хорошие результаты за несколько месяцев по снижению объема. Что я еще вам посоветую? Я посоветую вам вести пищевой дневник. Это не надо делать всю жизнь для начала, потому что я очень часто слышу: я ничего не ем, я почти ничего не ем, а набираю чуть ли не из воздуха. Да? Вот позаписывайте несколько недель подряд, заведите маленький блокнотик, как это делала я, и позаписывайте, что вы съедаете в течение дня. Вы знаете, удивительные вещи с вами произойдут, потому что кажется, что вроде ничего не ел, всего 2 раза покушал, потом начинаешь вспоминать: ага, тут угостили конфеткой, там угостили пирожком, там съел беляшек, там еще чего-то. И когда я стала все это записывать в течение дня, если я дома, я писала, съела яблочко, написала, съела там грушку, написала. Вот вечером пришла, вспомнила там, что я где подъедала, я все это записала. Что я в кафе выпила, сколько сахарку я насыпала в эту чашечку кофе, да, какую-то мне конфетку положили в подарочек этой чашечке кофе. Я все это записала. И если вы проходили школу правильного питания, если не проходили, ничего страшного, все-таки посчитайте для начала калории. Легко на в интернете счетчик расчета калорий. Посчитайте калории. Я не сторонник придерживаться прям вот четкой нормы калорий, но это позволит вам сформировать у себя вот это видение того, что вы едите. Вот ту привычку, которая позволит вам потом контролировать, стоит ли вам это есть или не стоит, или пропустить там. Что вы, никогда в жизни не ели жареной картошки, смысл ее есть там каждый день, да? А вот, чини продукт питания. Я еще понимаю, там мидии или что-нибудь там экзотическое, да, можно хотеть. Чини еда. Вот. Поэтому заведите для себя такой дневничок, вечером перед сном проконтролируйте, сколько здесь калорий, сделайте расчет своих калорий, и у вас будет вот такая вот картинка. Вы очень удивитесь, что вы реально переедаете, потому что когда вы делаете правильный расчет калорий, вы учитываете все, ваш образ жизни, вашу активность, подвижность, ваше состояние и так далее, и вы вдруг видите, что вам как бы не так по большому счету и много надо. Я вам хочу сказать по себе, вот, скажем так, 15-20 лет назад я за один обед съедала еды больше, чем сегодня я съедаю за целый день, и при этом я вообще не чувствую голода. То есть либо я тогда ела слишком много, либо сейчас мой организм уже понимает, что ему не так много и надо. Не доедайте после членов своей семьи, есть у многих мам такая вот манера, дети не доели, не выбрасывать же, выбрасываем в себя, потом как ходим как мусорное ведро со всеми этими отходами. То есть не надо этого делать, ну заведите в конце концов собаку. Хотя знаете, есть такая шутка, да, заведи еще свинью, что еще после свиньи доедать, да, а вот не надо, вы не будете доедать после собаки, но уж не доедайте после членов своей семьи, съедайте ровно столько, чтобы утолить голод, а если у вас будет вот такое питание, как я вам сказала, вы не будете ощущать голодом вообще. Не ешьте никогда перед телевизором и перед своими, со своими гаджетами. Переедание, есть исследования, масса исследований, когда люди просто отвлекались на свои мобильные телефоны или смотрели в это время какой-то фильм, и они реально съедали пищи гораздо больше, чем те люди, которые сосредотачивались на еде, видели, что у них в тарелке, понимали еще, какую пользу несет эта еда. Потому что представьте себе, вот все животные и растения,
они пожертвовали собой для того, чтобы мы их съели. Представляете, это все жертвы по большому счету, а мы еще их так разбазариваем. Поэтому давайте будем вот тут такие экологичными, да, органичными. Следующий у нас с вами пункт – это досуг. Здесь очень коротко. Есть люди, которые проводят свой досуг перед телевизором. Да, у вас есть свободное время, вы либо сидите в интернете, либо смотрите фильмы на диване, сидя на диване. Да? Вот. Ну, кто-то там еще вышивает крестиком. То есть досуг, который достаточно неактивен. Соответственно, если вы на работе отсидели целый день и пришли еще выходные дома, предпочитаете сидеть. Возможно, ваш досуг, это вы любитель готовить еду, да, вам нравятся всякие кулинарные изыски, то такие виды досуга, скажу вам честно, не ведут вас к тому, чтобы снижать свой вес и быть все время в норме. Поэтому здесь вам необходимо как бы пересмотреть свои приоритеты, вот, нужно ли вам вообще это снижение веса, что оно вам даст, вот, какое облегчение это принесет вам в вашей жизни, и расставить тогда в соответствии с приоритетами, что-то убрать просмотр телевизора, а лучше пойти в это время с мамой или с детьми прогуляться вокруг дома, под домом и так далее. Да? Возможно, вы освоите велосипед, то есть пересмотрите вот такое свое отношение к жизни. Малоподвижную жизнь – это практически вот к этой теме. Но что здесь я хочу сказать? Не у каждого есть возможность посещать фитнес, тренажерные залы или еще что-то. Да? В силу у кого-то финансовых проблем, у кого-то временных проблем. Но у нас с вами есть совершенно бесплатные тренажеры, которые мы можем с вами использовать для того, чтобы, во-первых, нашему телу по-любому нужно движение. Особенно это касается женщин. Если мы не хотим стареть, то мы должны постоянно двигаться, потому что от этого зависит и наш гормональный фон, и состояние нашей кожи. Вот нам нужна всегда какая-то нагрузка. Но это не нагрузка носить сумки с базара, да, в двух руках. Это совершенно другая нагрузка. Как сказал один великий человек, лучше износиться, чем заржаветь. Поэтому лучше давайте будем более активны. Что я здесь предлагаю делать? Что я использовала для себя? Я стараюсь как можно больше ходить пешком. То есть одеваете удобную обувь, если вам до работы идти там пешком 20-30 минут, понятно, что на транспорте вы проедете там 5-7 минут, то встаньте на 30 минут раньше, перестройте свой график и ходите на работу пешком. Одели удобную обувь, в конце концов одели кроссовки и пошли пешком быстрым шагом. Я подскажу, что вам делать для того, чтобы ваш вес сгорал еще быстрее перед такими нагрузками, или посоветую вам сразу. Я использовала для себя продукт под названием карнитин. Это продукт, который позволяет сжигать жир, когда вы находитесь в активном состоянии. И не обязательно это должен быть тренажерный зал. То есть перед каждым выходом на прогулку за полчаса я выпивала несколько капсул карнитина, одевала просто балетки, удобную обувь или удобные сапоги и шла пешком чуть-чуть ускоренным темпе. Если вы приходите домой и у вас есть такой тренажер, как лестница, не пользуйтесь лифтом, поднимайтесь по лестнице пешком. В выходной день, когда вы проснулись, у вас нет возможности выйти на прогулку, но у вас как минимум пятиэтажный дом, а как максимум там 16-этажный, да, все, оденьте тапочки и пройдите несколько раз по лестничным маршам. Ничего соседи о вас не скажут, это прекрасная нагрузка и для вашего сердца, хорошая активность и то, что позволит вам сжечь достаточно большое количество ненужных калорий и расстаться с жиром. Поэтому я думаю, что я убедила вас о том, что есть очень много способов совершенно бесплатно и не затрачивая времени заниматься физической активностью. Что у нас следующий пункт? У меня как-то очень плохо здесь видно. Нет, у нас после образа жизни недостаток сна. Правильно, у нас недостаток сна. Значит, смотрите, во время сна у нас вырабатывается один гормон, который запускает сжигание жира. И, в принципе, ночью сгорают вообще там миллиарды этих жировых клеток. Должны быть, если ваш сон полноценный, если вы спите не меньше, чем 7-8 часов. Если ваш сон прерывистый, если вы ведете ночной образ жизни, поздно ложитесь спать, то у вас этот процесс не происходит, у вас происходит совершенно противоположная ситуация. То есть, если вы не досыпаете, вы будете поправляться.
У вас будет повышенная потребность в еде, даже если ее не будет, у вас все равно будет набор вот этих жировых клеток, потому что организму нужна будет энергия. Поэтому отконтролируйте эту ситуацию со сном и знаете, что сон является очень хорошим фактором для того, чтобы включить его в программу коррекции веса. Лень, отсутствие энергии. Да, я вот так в скобках написала, отсутствие энергии. Ну, я считаю, что не бывает людей ленивых, есть люди немотивированные, да. А вот, как возникает лень? Я много лет пыталась решить свою проблему с лишним весом. Он у меня был, конечно, не десятки килограмм, но тем не менее, те 9 килограмм, с которыми я рассталась, висели на мне много лет, ужасно мне мешали, и я очень много раз пыталась с ними расстаться. Проходит месяц, результата нет, у меня падает мотивация, вот, я перестаю что-либо делать. То пошел туда, то пошел сюда, то сел на эту диету, то сел на ту диету, смотришь, быстрого результата нет, падает мотивация. Да? Поэтому четко поставленные цели. И следующий момент. Прихожу я на... Я хожу на фитнес теперь относительно регулярно, не могу сказать, что постоянно, потому что я не часто бываю дома, много нахожусь в разъездах, но когда я бываю дома, я стараюсь как бы бегать вот к своим подружкам на фитнес. И что я замечаю? Приходит новый человек. 1, 2, 3 раза, и девочки бросают занятия фитнесом. У них просто нет сил. Даже не потому, что нет мотива. Они не могут этот, боже мой, это же не самое сложное, да, там фитнес, господи, попрыгали там чуть-чуть. Они не могут даже довести тренировку до конца, у них не хватает энергии. А энергии не хватает, потому что питание неполноценно. То есть для полноценного питания нужно не то питание, которое у нас с вами есть на кухне. И здесь я тоже хочу сказать о таком полезном продукте карнитин. Я уже упоминала его. Это тот продукт, который не только запускает процесс сжигания жира, он вообще уникальный продукт, он дает вот эту самую энергию. И когда к концу подходит тренировка, да, ты устал, но тем не менее у тебя нет вот этого состояния, боже, я больше сюда не пойду, зачем мне это надо, мне так тяжело. То есть заканчивается тренировка, принял душ, и ты чувствуешь себя наоборот очень бодро и активно. Тем более, что этот продукт очень хорошо помогает еще работе сердечно-сосудистой системе. Вот. И в Coral Club удивительная, там очень хорошая концентрация карнитина. В принципе, капсула суточная доза, но для тех, кто хочет снизить вес или откорректировать фигуру, нужно немножко увеличить вот эту дозу, которая указана на баночке. Я перед каждым походом, выходом там, на прогулку или на занятия выпивала 3-4 капсулы карнитина. В принципе, вы можете найти меня в соцсетях, если у вас будут вопросы, и я как бы уже конкретнее там по дозировкам могу вам подсказать. Следующий момент – это, конечно же, возраст. Смотрите, какой здесь нюанс. В принципе, сам по себе возраст не является проблемой, да? Но дело в том, что каждые 10 лет наши обменные процессы снижаются процентов на 10. Соответственно, чем мы старше, тем у нас замедленнее обменные процессы. А это значит, что нам меньше нужно с вами потреблять извне энергии. То есть нам пищи нужно меньше, а мы по привычкам с юности продолжаем питаться в таком же количестве, а так как двигаемся еще меньше, то кушаем еще больше, потому что дома находимся больше. То есть чем мы старше, тем кушать нам нужно меньше. Что здесь поможет? Биологически активные добавки комплексные, функциональное питание в виде коктейлей или капсул или таблеток. Почему? Потому что если ваша клетка будет получать все, что ей необходимо, для полноценной жизни, для того, чтобы выделить энергию, то после выделения энергии клетка будет сигнализировать мозг о том, что она накормлена, то есть она получила все необходимые витамины, минералы, ферменты, аминокислоты и так далее. То есть идет сигнал «я накормлена». И у вас потребность в еде практически снижается. Если же клетка недополучает чего-то, каких-то витаминов, каких-то минералов, потому что, вы знаете, вы, возможно, удивитесь, все нет, вот я не понимаю, что такое период витаминизации. То есть нет такого периода, нет такого понятия, потому что витамины нашему телу нужны постоянно, каждый день. Понимаете, нет такого периода, что весной, возможно, их нужно больше, потому что иммунитет снижается, да, после зимы. Сказать, что их не нужно летом, а люди говорят, а я летом ем фрукты, не так много мы едим. Я вам скажу, я как бы дополнительно в виде биологически активных добавок витамины принимаю всегда. Зимой и весной принимаю больше, летом я их кушаю меньше, но тем не менее мое тело нуждается всегда в этом полноценном питании. Если ваша клетка недополучила сегодня чего-то,
Она витамины, минералы получила, но нет, например, белка полноценного, еще чего-то, она будет сигнализировать мозг о том, что она голодна. То есть еды ей недостаточно. Голодна – это значит, у вас появляется потребность в еде, да, и вы будете что-то искать. Открывать холодильничек или соглашаться на конфетку, которую вам предложила подружка, вот, вместо того, чтобы сказать, да, я не ем конфеты, да, вот. Я, кстати, вам хочу сказать, что еще неплохо бы поменять установки. Вот. Я никогда не говорю себе, что мне этого нельзя. Я считаю, что мне нужно абсолютно все. Я спрашиваю себя, нужно ли мне это? Нужно ли моему телу, вот, и моему состоянию, и моему здоровью то, вот, что мне сейчас предлагают, или то, что есть там в меню, или стоит на этом столе? Нужно ли? И я отвечаю сама себе, я это не хочу. То есть мне это можно, но я это не хочу. И психологически у вас вообще меняется вся картинка. Вот, потому что вы не находитесь тогда в состоянии стресса, что, боже мой, я хочу похудеть, мне чего-то нельзя и так далее. Да? То есть вы уже понимаете о том, что да я просто это не хочу. И последняя причина – это, конечно же, различные заболевания. Там гинекология, эндокринные заболевания, там, заболевания щитовидной железы и так далее. Это все может способствовать набору веса. Но что я вам хочу сказать, если у вас есть какие-то сопутствующие заболевания, мы сейчас их рассматривать не будем. Наши вебинары как раз предназначены для того, чтобы каждую неделю перед вами выступали специалисты, которые будут рассказывать о тех или иных проблемах. Если у вас есть, кроме какой-то проблемы, заболевания, еще и лишний вес, то сосредоточьтесь, мой совет вам, на решение проблемы со здоровьем. Когда вы на ней сосредоточитесь, то вы сразу же, то есть вы начнете ее решать, и когда у вас будет уже движение по решению этой задачи, вы сразу же увидите, как будет нормализовываться и ваш вес, если вы будете придерживаться тех рекомендаций, о которых я вам уже сказала. Вот. И давайте познакомимся продуктами. Я не могу переключить слайды. Так, получилось у меня. Вот, давайте познакомимся с теми основными продуктами, которые я очень люблю и использовала для себя в решении своей собственной задачи. А вот, в первую очередь, в левом нижнем углу вы видите коробочку, которая называется Coral Detox. Вы знаете, все, что вы хотите начать со своим здоровьем, начинайте с этой программы. Само название Detox. Coral – это потому, что это продукт нашей компании, а само слово Detox, вам уже понятно, что это такое. Вот, то есть очищение, детоксикация, чистота, ясность, красота и так далее. Да? В эту программу входят 4 уникальных продукта. В первую очередь минеральная композиция, о которой я вам уже говорила, которую я каждое утро пью. Следующий продукт – это очень сильный антиоксидант H500. Вот, вы знаете, вы потренировались, и у вас крепатура, да, болят потом все мышцы, ну, извините, на унитаз сесть невозможно, да, и человек, боже, зачем мне это надо, такие муки, мне все больно, и либо он меньше занимается, либо вообще бросает, да. Что я вам могу посоветовать? H500 – уникальный продукт тем, что он убирает молочную кислоту практически полностью. Если вы очень устали, если у вас было перенапряжение, вот, если вы плохо себя чувствуете, если вы перетренировались, пришли домой, взяли чашечку тепленькой воды, высыпали туда капсулу или просто проглотили. Капсулу я люблю высыпать ее в воду, вот, выпиваете, вот, на утро у вас крепатуры не будет. Спортсмены очень любят этот продукт именно потому, что он убирает молочную кислоту, именно потому, что он повышает выносливость и дает силу и энергию. Ну и как косметолог я вам хочу сказать, что сочетание двух продуктов, вот Coral Mine, минеральной композиции для воды, и антиоксиданта H500, это эликсир молодости. Это всегда ваша хорошая кожа, это замедленное проявление морщин, вы всегда употребляете продукты из месяца в месяц, из года в год, будете выглядеть лучше всех своих сверстников, это 100%. Мой опыт применения этих двух продуктов уже составляет 15 лет. Вот. И бросать не собираюсь. Пила, пью и пить буду. О программе Coral Detox. Я предлагаю вам познакомиться с ней подробнее, потому что это старт для любого человека, который вообще хочет собой заниматься. Попросите людей, которые пригласили вас на этот вебинар, дать более подробную информацию об этой программе. Уникальная своего рода штука, поэтому разберитесь в ней. Смотрите следующие продукты, которые я использовала для себя, чтобы иметь стабильный, длительный стабильный результат. Вы видите такой продукт, как BioShape, он называется.
Уникальность его состоит в том, что это белки, аминокислоты, которые позволяют вам строить мышечную массу. Потому что когда мы, например, уменьшаем свое питание, да, садимся там на диету, я не сторонник жестких диет, я уже сказала, что вы можете себе кушать, позволять себе кушать все, но только желательно соблюдать вот такие принципы раздельного питания. В качестве примера могу вам привести по поводу раздельного питания. Вот смотрите, мы очень много набираем веса не из жира, как нам кажется, а из углеводов, как это ни странно, да. То есть углеводы – это сладкое, это мучное, это макароны, это каши и так далее. Да? То есть огромное количество углеводов мы в течение дня потребляем, особенно если мы добавляем сахар. Соответственно, и смотрите, здесь какой парадокс. Если углеводов много, то организм переводит углеводы в жировые клетки, и ваши жировые клетки увеличиваются, и вы полнеете, да, и человек говорит, а я не ем жирного, я не ем мясо, я не ем это, а тем не менее поправляется. И вот если вы съели, например, тарелку просто макарон, ничем не приправленных, просто макароны, это много углеводов, в принципе много, но тем не менее ваш организм максимум 2% из этой тарелки макарон возьмет на то, чтобы перевести эти углеводы в жир. Всего 2%, 1-2%. Если вы к этим макаронам добавили мясную подливку какую-нибудь, какой-нибудь жирный соус, то уже рассчитываете на то, что около 30% уйдет в жир. Представляете, какая разница? Поэтому как бы принципы раздельного питания, они не только полезны для здоровья, они еще очень эффективны для коррекции веса. Так вот, чтобы у вас было это питание более полноценным по белку и по другим продуктам, и не было такой потребности в еде, я рекомендую применять продукт BioShape, он называется. Что в этом продукте? Ну, во-первых, там достаточное количество хрома, а дефицит хрома является одной из причин набора веса, при этом человек не замечает даже. То есть, как только у вас в организме мало хрома, вы всегда будете набирать лишнюю массу, потому что это завязано на гормонах, ну, очень сложный процесс, не тема наша сегодня это обсуждать, просто знаете, хрома содержится очень мало в продуктах, и мы очень редко их потребляем из-за их достаточной дороговизны. Это там мидии, устрицы, как бы из самых распространенных по хрому продуктов. Поэтому вот продукт BioShape содержит, кроме набора всех необходимых нам аминокислот, он содержит еще и хром. Кроме этого, там в составе входит трава гарциния камбоджийская, которая позволяет сжигать жир более интенсивно. И к нему нет никакой зависимости и привыкания. То есть, даже когда вы получите уже стойкий результат, вы можете использовать этот продукт для того, чтобы поддерживать себя по белковому питанию. И вот когда вы на такие праздники, которые прошли вот сейчас, две недели сплошных праздников, вы переедаете, я во все эти праздники каждый день употребляла больше или меньшее количество биошейпа, буквально там несколько таблеточек. Вот, и я вам хочу сказать, вот я вернулась, стала на весы, вот, что было, то и осталось. Несмотря на вот действительно, ну как бы еда была очень-очень-очень, ну, такая разнообразная и не всегда правильная. То есть в этом плане я себе ни в чем не отказывала, но BioShape позволяет контролировать весь этот процесс. О карнитине мы уже с вами поговорили. И почему у меня здесь на слайде омега? Это жир, незаменимая жирная аминокислота омега-3. Люди думают, что они поправляются от жира, да, вы уже поняли, что от жира не совсем поправляются. И жир — это совершенно нормальная для нас еда, потому что жир — это и мясо, жир — это и рыба. И нам нужны эти жиры, особенно ненасыщенные жиры омега. Если у вас в организме не будет хватать жира, правильного, полезного, хорошего жира, вы всегда будете поправляться. Как это ни странно. Поэтому омега-3, если в вашем рационе нет жирных сортов рыбы, лососи, форели и так далее, то омега-3 очень хороший полноценный продукт, который позволяет вам регулировать вес. Кроме этого, это отличнейшее средство для поддержания здоровой и красивой кожи. Вот, это ваше зрение, это ваша память, это хорошая работа сердечно-сосудистой системы. Ну, в общем, омега-3, наверное, это тот продукт, который уважают все и люди, и врачи. Его всегда рекомендуют в качестве профилактики, и в базе профилактических продуктов, даже в традиционной медицине, он существует уже десятилетия, и вы видите, что он есть и в аптеках, и его купить можно практически везде. А вот концентрация омеги, которая есть в Coral Club, на сегодняшний день одна из самых высоких концентраций по самой удобоваримой цене, потому что рынок уже мною исследован в этом плане, вгнули поперек, и те, кто понимает, как нужно читать, что такое омега, не просто омега, а именно те кислоты, которые входят в состав омега-3 жирной кислоты, те меня поддержат и поймут, что в руках просто драгоценность за такую удобоваримую цену.
Профайбер, волокно, большая упаковка волокна. Это хорошая работа кишечника, это вода и жир, и водорастворимые волокна, это клетчатка для нашего организма, это хорошая работа кишечника, это запуск всех процессов, и это очень хорошее полноценное питание. То есть вечером, когда вы понимаете, что кушать хочется, а уже как бы и не надо бы, но есть-то хочется, и вы голодным не должны ложиться спать. А вот у меня на ужин был вот эти волокна вместе с кефиром. Очень вкусно. Вот кто любит всякие вкусные йогурты, то это вот та еда, которая заменит вам вот эти йогурты. Это будет полноценно, это будет вкусно, это любят дети, это любят мужчины, женщины. Вот, это хорошо утоляет голод, это на утро запускает хорошую работу кишечника. То есть в программе коррекции веса это продукт, который и еда, а вот, и как бы сжигатель жира. И вот здесь у меня баночка после 30, такое название, да, как раз вот девочкам, которым за, и мальчикам в том числе. Продукт предназначен в первую очередь для работы сердечно-сосудистой системы. Но что я вам хочу сказать? Огромная доза витамина С, которая есть в этом продукте, это то, что запускает вот этот процесс сжигания жира, особенно по ночам. Да? Поэтому перед сном в тепленьком виде вместо чая этот продукт просто уникальный. Он содержит еще гормон роста. А вот, ну что такое гормон роста, вы, возможно, знаете, именно гормон роста ночью, когда вы спите, запускает сжигание жира. И если у вас его не хватает, особенно с возрастом его выработка замедляется, то, соответственно, и жир сгорает тяжелее. Так вот, после 30, ОР-30, как написано на упаковке, этот продукт, который содержит предшественник аминокислоту аргинин, который запускает именно вот этот процесс выработки гормона роста. А вот, кроме того, это вкусно, это безумно полезно, и в программе коррекции веса он дает в сочетании просто фантастические результаты. Друзья мои, я вот, извините, что мы задержались так немножко из-за этого интернета. Вот, мы еще продолжим, конечно же, наше общение. А сейчас я хочу продолжить нашу встречу и представить вам человека, который мне помогает поддерживать мое тело в хорошем состоянии. Сейчас мы, секундочку. Я вам сейчас, если да, вот запустился слайд, я хочу вам показать свой результат, чтобы вы видели, что было, а что стало, ну, что есть сегодня, вы видите на экране. Вот самая большая проблема была убрать на спине все эти вещи, ну, очень тяжело убираются, но тем не менее вы видите, что это возможно. Вот, и, кстати, прежде чем мы перейдем к знакомству с другим человеком, еще я вам хочу сказать одну вещь. Да? Вот я не зря здесь разместила эту фотографию со своими любимыми продуктами, и вот стою я такая красивая, с красивым молодым человеком, нам обоим уже так хорошо за 50, и тем не менее вот так вроде как неплохо мы выглядим. И что мы делаем на сцене, и что мы вот сейчас объявляем. Для меня очень хорошим стимулом было заняться своей фигурой, когда компания Curl Club объявила программу «Измени себя за 90 дней». Что это за программа? Каждый человек, независимо от того, знаком он с нашей компанией, не знаком, может принять участие в этом конкурсе, заявиться и в течение 90 дней поставить перед собой задачу, выполнить ее, отчитаться перед компанией и рассчитывать на призовой фонд 3000 евро. То есть, если вам недостаточно мотивации, вот тут пункт лень, да, то я думаю, что 3000 или 1500 евро, если будет два победителя, ну, например, мальчик и девочка, да, то вы можете рассчитывать на 1500 евро, тоже сумма немаленькая, вот, и это будет хорошим стимулом для того, чтобы вы все-таки занялись вот своим здоровьем или своей фигурой и вышли в победители и получили эту награду. Вот, вот что я и сделала в свое время со своим результатом. Вот, я была финалистом этого конкурса, победителем этого конкурса, вот, получила сертификат на 1500 евро на шопинг преображения, и потом мне была предоставлена компания «Честь» не раз вести этот конкурс, объявлять победителей на сцене, уже как бы передавать эстафету, вот, поэтому я вам хочу порекомендовать. Люди, которые вас пригласили на этот вебинар, да, вот, задайте им вопрос, как узнать об этом конкурсе, вот, у нас есть специальный сайт для этого конкурса, как зарегистрироваться, что необходимо. Я сегодня вам дала кое-какие подсказки, ваши партнеры помогут вам составить под вас
необходимые вам программы для того, чтобы вы максимально за 90 дней получили результат, приняли участие в этом конкурсе. Ну и, конечно же, я вам всем желаю победы. А сейчас я таки познакомлю вас с человеком, который очень большой профессионал, профессионал в своем деле. Она занимается профессиональным массажем. Но ее результат лично меня тоже очень вдохновил. За несколько месяцев вот знакомства с нами она получила фантастический результат по собственному здоровью и теперь помогает огромному количеству людей. Поэтому я сейчас приглашаю на свое место Марину Сиротенко. Сиротенко, знакомьтесь с ней, пожалуйста, и слушайте ее результат. Спасибо. Всем здравствуйте. Моя история, конечно, в Коралловом клубе началась тоже с моего здоровья. Чувствовала себя не очень хорошо. Был повышен инсулин, очень большие цифры, в 5 раз. Поэтому мне нужно было что-то решать и кардинально. Не знала, как это сделать, но познакомилась с очень хорошими людьми, которые мне в этом помогли, в частности, Юлия Кукса и Наталья Борисовна. Вот, это мои результаты. Вот на первом фото вы видите то, которое я была до этого. Здесь вес 106 килограмм. На следующем фото, это уже через 5 месяцев, ну, тут за 6, да, 22 килограмма. Сейчас уже минус 24 килограмма на данный момент. С чего все начиналось? Программа была сделана, и, естественно, было движение. Инсулин был, так как инсулин был очень высоким, цифры инсулина, мне порекомендовали программу Coral Detox. Вот. Это все нужно начинать, все моменты, которые мы хотим что-то в своем здоровье изменить, мы начинаем с Coral Detox. Были прекрасные результаты. Через 2 недели цифры инсулина снизились до нормы, что немало меня удивили и моих близких, и в частности те люди, которые мне помогали. Я сначала занималась одной проблемой, потихонечку начал и вес уходить, что меня немало радовало, естественно, как и для каждой девушки, женщины и также мужчин. За первый месяц ушло минусом 9 килограмм. Результаты были налицо. Хочу всем сказать, что если есть даже малейшие цифры лишнего веса, обязательно нужно их убирать, так сказать, потому что это тяжело нашему организму, нашему телу с этим справляться. Это большая нагрузка на сердце, на суставы, на позвоночник, частые головные боли, боли в суставах непонятные. Такое состояние: утром встал, уже устал. Вот такое точно у меня было состояние. Вот. Еще хочу сказать, что моя карьера массажиста и медицинского работника, конечно, внесла свои коррективы в мое состояние здоровья. Были боли в позвоночнике, болели суставы, перебои в сердце. Я, конечно, не знала, с чего это, почему у меня сердце здоровое, и вдруг такие перебои в сердце. Я утром, ночью просыпалась в состоянии покоя, и я слышала биение своего сердца. Я, ну, знала, что нужно что-то делать, вот что. И, конечно, я очень рада, что я начала именно с такой программы, потому что другого выхода я не видела. Я за этот выход схватилась как за соломинку. Вот. И потом, когда началось уже плавненькое снижение веса, и предшественниками еще у меня было гормональное нарушение.
И, естественно, потихонечку начал налаживаться менструальный цикл, что немаловажно для каждой женщины в любом возрасте. Что в объемах очень сильно у меня ушли, очень сильно объемы. Теперь я все свои результаты теперь пробую на своих клиентов, которые меня видят, которые восторгаются и хотят тоже точно так же, как и я. Вот так и говорят, что Марина, я хочу точно так же, что и ты, только покажи и расскажи нам, что ты делала. Конечно, клиентов теперь у меня очень много, вот, и естественно, и результатов тоже очень много. Естественно, еще один немаловажный момент в нашем здоровье, в нашем снижении нашего веса, это играют физические нагрузки. Это не обязательно, если нет возможности ходить там в спортивный зал, физическими нагрузками, правильными физическими нагрузками можно заниматься и дома, как я начинала. И много ходила, много двигалась. То есть все должно быть в меру, но нужно собой обязательно заниматься. И потихонечку, вот еще один прекрасный результат у меня, я плохо ходила, настолько у меня было такое состояние, с суставами, с позвоночником мне было очень тяжело двигаться. Одно время даже, ну, сказать, очень тяжело. Естественно, когда начал снижаться лишний вес, то и проблемы мои тоже потихонечку снижались. На данный момент хорошо себя чувствую, двигаюсь очень хорошо. И хотела бы немножко рассказать, что я рекомендую своим клиентам, которые не только пришли ко мне на массаж, а и хотят получить хороший результат. Массаж и программа очень дают хорошие результаты и в объемах, и в весе, и сразу меняется кожа, цвет кожи, эластичность кожи, потому что нет рыхлости, нет лишней жидкости, не говорю, что правильной жидкости мало, лишней жидкости между нашими клеточками, которые создают объем. Здесь вот видно на нашем слайдике продукты, которые немаловажны в моей программе и вообще в программе лимфодренажа и лишнего веса, снижения веса. Я начинала с Coral Detox. Это великолепная программа, дает очень хорошие результаты. Сразу видны и внешне, и внутренне. Мы чувствуем соотношение хорошее. Есть еще для хорошего лимфодренажа есть такие продукты, как LymphFlow, CircuFit, Coral Солодка. Эти продукты целенаправленно работают на выведение лишней жидкости, хорошего лимфодренажа и питают и наши сосудики, наши вены по всему организму. Самым первым хорошим результатом в моей практике, вот женщина, ей 64 года, вот правильно Наталья Борисовна сказала, что неважно, сколько тебе лет, нужно начинать заниматься своим здоровьем в любом возрасте. Вот, и будет прекрасный результат. Женщина 64 года, жаловалась на постоянную усталость, она еще работает, на постоянную усталость, боли в ногах, боли в позвоночнике, отекшие ноги были очень сильно. Она всегда думала, что у нее расширение варикозных вен. То есть это было не так, и когда она подключила программу, плюс правильный Coral Detox программу, начинала она с этого, плюс правильное питание, то, о чем Наталья Борисовна очень прекрасно нам всем рассказала, то есть я уже не буду повторяться, я точно так же соблюдала всю эту программу, и по питанию тоже. Не бойтесь пить много воды, много правильной воды,
с CoralMine. Почему? Потому что за счет минералов и микроэлементов большого количества наши клеточки сразу воспринимают эту воду. То есть они хотят ее и насыщаются этой водой. Если мы пьем мертвую воду, естественно, клетка практически, можно сказать, не видит эту воду, и получается вот межклеточная жидкость. Наши, опять-таки, лишние объемы, рыхлость. Вот мы говорим, вот я поправилась, вот буквально за 2 дня. Я поправляюсь, там еще говорят, от воды. Просто от воды не поправляются, лишняя вода, неправильная вода, она создает лишние объемы. Естественно, самое первое в моей практике снижения веса, это у... То есть, когда мы видим после пару сеансов, там уходит 2-3, а то и до 5 килограмм лишнего веса. Это говорит о том, что первое, это уходит лишняя жидкость. Клиенты, конечно, безумно радуются, вот, но все еще впереди. Еще есть масса у меня клиентов, конечно, но такие вот яркие случаи, вот недавние, женщина 48 лет, все время была отечная, очень сильно жаловалась, она говорит, я ничего не могу сделать, лицо пухлое, глаза запухшие, такое ощущение, как будто спиртное пила, хотя на самом деле спиртного она не употребляет, вот, и... Она, когда меня увидела, то сказала, Марина, я точно так же хочу, я все хочу, то, что ты делала ты, расскажи. И у нее очень сильно виден результат, то есть буквально на Coral Detox у нее ушло 6 килограмм. Результат, я считаю, очень прекрасный. Буквально за 3 недели. Такой вот результат. То есть она не остановилась на этом, она сейчас подключила уже продукты лимфодренажа, то есть это и лимфлоу, циркуфит, и корал соловка. Еще она для себя отметила, ушел целлюлит, что для нее это была большая проблема. Что еще вот мне нравится сочетать массаж с программой. Когда я работаю, я ощущаю, как тело поддается, какая кожа гладкая, эластичная, как мышцы работают, то есть как улучшается состояние мышц. То есть нету триггерных мышц, нету зажатости, нету уплотнений. То есть радует не только меня, то есть, наоборот, не только клиента, но и очень меня. Я всегда волнуюсь, всегда переживаю за своих клиентов, не важен их не результат. Мы всегда на связи, где-то какие-то вопросы, где-то какие-то там незнания, недопонимания. Я всегда объясняю, что как должно быть и что дальнейшее действие. Также хочу отметить, что очень хорошо мне, как массажисту, когда нужна мне очень много энергии, то я использую, конечно, в повседневной моем потреблении, это как моя еда, как второе я. Coral Detox. То есть я поняла для себя важность этой программы. Каждый продукт из этой программы – это коралловая вода, прекрасная вода, то есть без нее я вообще не могу. То есть я чувствую, что теряю энергию, я начинаю пить больше воды, и все, я слышу, что я восстанавливаюсь. Еще очень хорошо дает энергию H500. У нас могут быть и умственные нагрузки, и физические нагрузки. Это очень помогает. Лецитин – это вообще чудо. И в компании с ассимилятором, вообще в компании и с ферментами – это, конечно, если где-то что-то переедаешь, где-то немножко там что-то выпил не то – возьмите, не пожалейте, выпейте на ночь и 2 лецитина, и 2 фермента, и
То есть результат на утро будет, конечно, прекрасный. Я на себе использую, потому что знаю, что утром я встала, животик у меня подтянутый, ничего мне не мешает, я чувствую энергию, и я могу работать допоздна и вообще участвовать во всех своих мероприятиях. Конечно, огромная благодарность хочу выразить очень прекрасной девушке, маме, просто умница. Я не перестаю восхищаться ее результатами, я всегда прислушаюсь к ее мнению, всегда мы на связи, она меня вдохновляет просто вот, даже мне стоит о ней подумать. Достигла тоже своих результатов. Юлечка, пожалуйста, приглашаю тебя. Всем огромное спасибо. До свидания. Добрый вечер, дорогие друзья. Благодарна очень Марине не только за теплые слова, а за то, что она поделилась со всеми нами своими результатами. Марина впервые проводила вебинар, и, конечно же, она волновалась, но я считаю, что она просто великолепно справилась, и то, что она искренне поделилась со всеми, это просто супер. Согласны? Отлично. Друзья, читала в чате, возникли у вас вопросы, для того, чтобы не было недомолвок, хочу ответить сразу на ваши вопросы, так как Марина впервые ведет вебинар, она не успевала ориентироваться и видеть ваши вопросы в чате. Смотрите, есть такое состояние, оно называется преддиабет. Это состояние, когда уже есть предпосылки для того, чтобы развился сахарный диабет. То есть одной ножкой человек уже стоит в сахарном диабете. Вот конкретно у Марины была именно эта ситуация. Были очень высокие цифры именно инсулина, гормона, который должен утилизировать сахар в нашем организме. То есть он был в больших дозировках, он был некачественный, и это уже было начало сахарного диабета. И пути у нее не было другого, кроме как срочно менять образ жизни. И вот именно благодаря знакомству с Коралловым клубом изменился образ жизни, и был достигнут такой результат совершенно за короткие сроки, а уже как побочный эффект появилась и коррекция фигуры, и энергия, и вопросы по женскому здоровью решенные. Вот. Ну, в принципе, результатов по уже развившемуся даже сахарному диабету, по поддержанию таких людей тоже достаточно много, потому что это все заболевания, завязанные на правильном питании. Если научиться правильно питаться и правильно организовывать питание с помощью корректоров питания, в этих случаях результаты 100% будут у каждого человека. Мы переходим к третьей части нашего вебинара, и мы уже поговорили о том, как постранить, из-за каких причин мы набираем лишний вес, и что же нам с этим делать, как нам добиться того, чтобы у нас была красивая фигура. Мы уже все секреты услышали сегодня. А что же дальше? Мы очень часто в интернете мы видим красивые картинки, красивые тела, да и когда даже мы себя мотивируем на то, чтобы постранить, мы их вешаем себе куда-то на холодильник, красивые девушки с рельефным прессом, с выраженными мышцами, или мальчишки, да, тоже. Вот. И вы знаете, самое интересное, что вот эти картинки, люди с таким телом не ходят все время, да, с рельефными мышцами. Почему? Рассказываю вам маленькие хитрости спортзалов, спортивных тренеров, всяких чемпионов мира, фитнес-бикини и так далее. Есть такое понятие в тренировочном процессе, который называется сушка. Сначала у спортсмена идет набор массы, когда он ест много, набирает массу, даже толстеет. Вы любого такого парня или девушку из рекламного проспекта с кубиками знаете, что они точно бывают вот такие наеденные винни-пухи. А следующий этап идет уже сушка, когда идет активный тренировочный процесс, большая силовая нагрузка, и в этот же момент идет очень жесткая диета, благодаря чему абсолютно весь жир в организме сгорает и обнажается вот этот вот красивый рельеф, который мы видим на фотографиях, который мы видим при различных соревнованиях, которые мелькают в Инстаграме, не дают нам покоя, и мы думаем, да что ж я же вроде тоже худенькая, уже и вес у меня такой, а вот у меня нет такого рельефа красивого, вот. И, знаете, так получилось, что в последнее время ко мне часто обращаются девушки, так как я специалист
в области правильного питания, занимаюсь программами детоксикации организма, программами коррекции фигуры. Очень много девушек, тех, которые стали жертвами вот подобных сушек. Что впоследствии таких вот жестких диет и жестких истязаний над организмом они получали? Они получали снижение иммунитета, они получали гормональные сбои, они получали очень плохое качество кожи, постаревшую кожу. Вот казалось бы, да, рельеф, но лицо при этом, представьте, когда активно, интенсивно худеет лицо, оно обвисает, если все это делается неправильно. То, о чем мы сегодня говорили, те секреты стройности, вот благодаря этим секретам, поверьте мне, всегда будет оставаться красивый, молодой овал лица, подтянутая кожа, никакие ручки не будут у вас свисать, все будет подтягиваться. Вот те килограммы, которые уходят, 20 килограммов, да, они будут уходить красиво, они будут уходить гармонично на этой системе. В дальнейшем в спортзале я уже воочию увидела вот эти результаты, когда тренера готовятся к соревнованиям, вот этой гонке, вот они, да, тела мы видим, как они меняются резко, хорошо, здорово, появляется рельеф, вот, я тут же вижу их лица с синяками под глазами, я вижу эти нервные, раздраженные, трясущиеся руки, перекуры, потому что это действительно очень большие нагрузки, совершенно нездоровые, нефизиологичные для нас с вами. Но у меня самой лично была цель, ну, я понимаю, что вегетарианцы тоже умеют делать весы без всяких соревнований, да, без всяких огромных тяжелых весов. Я решила попробовать вот с собой, я решила поучаствовать в конкурсе «Измени себя» и сделать рельефным свое тело. Я, в принципе, по жизни худышка, да, то есть, ну, да, я набирала в свое время вес после беременности, я легко с помощью программ, озвученных сегодня, возвращалась в свой стандартный вес, но, в принципе, я всегда была худышкой, такой подростковой, угловатой, и мне интересно было вот действительно смоделировать фигуру, поменять ее, именно те места, которые мне хочется. И мы прекрасно понимаем, что это невозможно сделать одним только питанием, и тоже невозможно одними только тренировками, это должно быть в комплексе, это должно быть вместе. И если вот по каким-то причинам вы не набираете вес, в первую очередь разберитесь, что же там в организме происходит. Возможно, невозможно, а 100% первым делом вам нужна детоксикация организма. Программа Coral Detox, о которой сегодня говорили. Очень круто программа Калавада. Очень важно противопаразитарные программы в таких ситуациях, потому что это тоже может быть причина, которая мешает нормальному весу в организме. Быть нормальной жировой прослойкой, потому что жировая прослойка нам, девочкам, тоже нужна. Девочки, совсем без нее очень плохо. Без нее это отсутствие женских гормонов, это мужиковатость и это преждевременное старение. Ну вот, так вот, я приняла решение, что я хочу, времени у меня на тренировочный процесс было не слишком много. Я подобрала себе тренера, 2 раза в неделю я тренировалась. Я понимала, что 2 раза в неделю маловато, учитывая то, что у меня еще за эти 3 месяца были поездки по 10 дней, по 2 недели, какие-то короткие тоже поездки, которые мешали вот этому тренировочному процессу. Ну вот я дополнительно еще дома делала, когда вспоминала, периодически делала комплекс. Об этом, кстати, мы подробнее говорили с участницами марафона, который я недавно организовывала. Я делилась теми наводками, которыми в домашних условиях можно делать. Поверьте мне, можно и без спортзала сделать красивое рельефное тело. И при этом не тратя огромное количество времени. Далее, по программе, что у меня было? Обязательно это все было лично у меня на фоне Coral Detox. Участницы моего марафона применяли самый минимальный набор, на котором можно получить рельефное тело уже через месяц можно увидеть яркие изменения на своем теле при правильной физической нагрузке. Это Coral Mind, правильный водный режим. Без воды ни туды, ни сюды. Это H500, это энергия, которая будет нам давать силы для того, чтобы тренироваться, чтобы не лениться, будет давать возможность мышцам восстановиться быстрее, будет быстрее убирать молочную кислоту, вот, и улучшать эффективность тренировочного процесса. Это мой любимейший коктейль Coral Detox. Coral Beauty Shake Daily Delicious. Уже заговариваюсь, друзья. Так вот.
Коктейль Дели Делишес. Это вообще, я вам скажу честно, из всех предложений, которые есть сегодня на рынке, а их очень много, рынок коктейлей, он сегодня очень популярный, все хотят есть быстро, вкусно и без вреда для фигуры. Поэтому предложения на этом рынке сегодня, ну, просто завались. Можно и в интернете заказывать, и в спортмагазины предлагают кучу разных, вплоть до того, что просто на развес пакеты что-то насыпают. Различные компании, сетевые, не сетевые, все внедряют какие-то коктейли, какое-то питание. Поверьте мне, Daily Delicious – это то эксклюзивное и уникальное, чего нет нигде, кроме как в коралловом клубе. Чем уникален этот коктейль? Во-первых, это протеиновый коктейль, то есть он является источником белка, источником аминокислот для строительства мышц, рельефа нашего тела, для поддержания упругости, тонуса. Причем три составляющие, три источника белка – это молочный белок, который хорошо усваивается, полноценно усваивается. Это сывороточный белок, который дает возможность, очень быстрый рост мышц дает. Это очень здорово. Это спортивный, классный белок. Это дорогой компонент, его вы мало где вообще найдете. И растительный белок, который легко усваивается. Абсолютно все люди, даже имеющие проблемы с пищеварением какие-то, они все легко и быстро его усвоят и получат свои результаты. И это чувство легкости, насыщение от этого коктейля и чувство легкости, пролонгированное насыщение, это очень здорово. Так вот, что же еще уникального есть в этом коктейле? Он называется Beauty Shake. Почему? Потому что в нем подобраны компоненты для нашей красоты, для здоровых красивых волос, ногтей, для нашей кожи. Все витамины и минералы подобраны конкретно в той дозировке, в том оптимальном соотношении для того, чтобы мы получали максимальный результат. Дальше. Один из эксклюзивнейших компонентов – это вирисол, это коллаген. Что такое коллаген? Все обвисания, дряблость кожи, морщины с возрастом возникают из-за того, что под кожным слоем меньше вырабатывается коллагена, потому что коллаген дает вот эту упругость кожи. И вот представьте, добавляя коллаген с питанием, можно изнутри регулировать этот процесс. И коллаген вирисол – это самый лучший коллаген на мировом рынке на сегодняшний день. Это единственная компания, которая проводила клинические исследования, масштабные, огромнейшие, после чего на тему коллагена зацепились другие компании и начали производить какие-то продукты, на которых люди не всегда получают результат. Коллаген вирисол – это стопроцентные результаты. И вот дополнительно просто своим питанием, получая коллаген, постепенно мы получаем результаты на своей коже. Если уже есть какие-то морщины, мы постепенно видим улучшение. Либо мы сохраняем то, что есть на сегодняшний день. Так вот, этот коктейль в тренировочный процесс очень здорово встраивается. Если наша задача снизить вес, то мы этот вес... Мы коктейль пьем 1-2 раза в день, заменяя прием пищи. Мы выбираем тот прием пищи, когда мы готовы съесть какую-то ерунду. Допустим, на работе мы готовы пойти в соседний магазин, купить булку или что-то такое вообще невероятно, какую-то там шаурму или бургер, да, вот что-то съесть, ну, потому что хочется есть. Замените этот прием пищи коктейлем Daily. Либо вечером, когда уставшие приходим домой и хотим опять чего-то там, чем-то нахвататься. Тоже полноценно замените, сделайте себе прием пищи с помощью этого коктейля. Три классных вкуса – шоколад, малина и ваниль. Каждый подберет то, что подходит ему. Они очень здоровские по вкусу, просто ароматы восхитительные. И эта линейка будет расширяться, совсем скоро будут новые и новые коктейли в этой линейке. Каждый наверняка найдет для себя продукт по вкусу. Далее, если у нас стоит задача набирать вес, тогда коктейль стоит применять не вместо приема пищи, а дополнительно. Для меня коктейль Daily Delicious – это прекрасный, классный завтрак. Когда я бегом, собираю утром дочку в школу во второй класс, не успеваю позавтракать и не хочу даже тратить время свое на завтрак, когда я ровно за одну минуту могу приготовить такой классный себе коктейль. Одна минута, коктейль у меня в руках, я либо дома его выпила, либо в машину села,
довезу ребенка в школу и доела. Это такой выход, когда можно ребенка покормить между тренировками, где-то между занятиями. Это супер. Коктейль Daily Delicious не содержит никаких, никаких компонентов красителей, никаких ГМО, ничего, что может быть вредно взрослому человеку, ничего, что может быть вредно малышу, ребенку. То есть это коктейль, который можно давать детям. И подсластитель, который там есть, это тоже уникальная, классная вещь. Это эритритол. Это самый крутой подсластитель, самый безопасный, самый тот, который никаким образом не вступает ни в какие реакции, ни в какие процессы, потому что история с сахарозаменителями, она очень такая длинная, вот, и, к сожалению, большинство коктейлей, которые есть сейчас на рынке, содержат, ну, совершенно не те компоненты, которые, от которых нуждается наш организм. Так вот, коктейль Daily Delicious. Следующее, что я применяла в тренировочном процессе, это дополнительные источники аминокислот в виде биошейпа либо противити. Их я применяла конкретно только во время тренировок. То есть расчет ведется этих продуктов кораллового куба таким образом. То есть это готовые уже аминокислоты, которые через 25 минут уже у вас в крови, уже строятся мышцы из них. Я их применяла непосредственно перед тренировкой за 30 минут. И частично после тренировки рассчитываются они одна таблетка на 10 кг веса. То есть на мои 50 кг моя суточная норма этого продукта – это 5 таблеток. 4 таблетки я выпивала перед тренировкой за 30 минут и одну уже после тренировки. Это было мое дополнительное питание, которое также помогало мне выстроить рельеф. Обращаю ваше внимание еще на продукт карнитин. Я для себя его открыла ровно год назад. Это просто вообще супер было. Я всегда считала, что мне не нужен карнитин, потому что карнитин – это продукт, который сжигает жир во время тренировочного процесса, и из этого жира вырабатывается энергия для нашей умственной деятельности и вырабатывается энергия для работы мышц. Так вот, как бы я худышка, да, ну что мне этот карнитин? Но когда я купила себе банку этого продукта и пропила его плюсом к своим домашним тренировкам, совершенно не каким-то напряжным, я избавилась от вот этого спасательного круга, который мешает, когда джинсики одеваешь, которые нависают вот так сверху, которые, если ты одеваешь платье в обтяжечку, уже ну, сбоку посмотрела, осанку не так сделала, вот это что-то, животик подвисает, то, что всегда карикатуристы рисуют, что мама была такая красивая-красивая, родила ребенка, после этого животик у нее висит. Да, то есть вот это небольшая, ну, в моем случае это была небольшая складочка, не огромный спасательный круг, он был небольшой, но он очень напрягал, он не давал одевать любимую одежду, это мне не нравилось. Нужно было все время думать, как ты сидишь, в какой позе, чтобы нигде у тебя никакой складки вот такой не было. Так вот, на продукте карнитин я очень быстро увидела результат именно вот по вот этому лишнему жирочку. Поэтому всем вам рекомендую этот продукт включать в свой тренировочный процесс. Я его применяла 4 капсулы до тренировки, 1 капсула после тренировки. Не забывайте про омегу-3. Полезные жиры, они нам нужны обязательно. Кроме того, что полезные жиры вытесняют плохие жиры из нашего организма, это отсутствие целлюлита. Если у нас достаточно омеги-3 в организме, целлюлита у нас не будет. Это хорошая эластичность нашей кожи, это наш гормональный фон девочки, это эластичность наших волос в том числе. И очень важно в тренировочном процессе омега-3, потому что это еще и суставы. И это иммунитет, потому что физическая нагрузка – это нагрузка и на суставы, это нагрузка на иммунитет тоже, особенно если она идет чрезмерно, если она очень активно идет. Поэтому себя нужно поддерживать обязательно в тренировочном процессе. Это основные продукты, которые, не основные, в принципе, те продукты, которые я использовала. Вот мой результат, которого я достигла за эти 3 месяца. Причем меня очень вдохновило то, что я уже упоминала о том, что тренировочный процесс с тренером был 2 раза в неделю, и с учетом поездок за эти 3 месяца это были и 10 дней поездок, и 14 дней, и какие-то короткие поездки, то есть смещения были, и периодически домашние тренировки. Очень здорово, девчонки, кто участвовал со мной в марафоне, большая вам благодарность за эти 2 недели, которые мы с вами провели вот марафон в начале декабря месяца. Это было в конце ноября, начало декабря.
когда мы договорились, что мы каждый день делаем упражнения, это всего лишь было 20, максимум 30 минут. Поверьте мне, в домашних условиях можно построить свое тело при правильном питании с продуктами Coral Club. Это реально, получить рельеф, вы видите мой личный результат. Вот. И после марафона у меня такие же отзывы были и у девочек-худышек, у которых появился рельеф уже на второй неделе. Ребята, представьте, уже на второй неделе рельеф. Да, вот, и у кого-то построение уже было в сантиметрах, в объемах, поэтому это все реальные вещи, мы практикуем, делимся с вами результатами, и я вам желаю, чтобы вы ставили себе цели по своему здоровью в первую очередь. Почему это важно? Можно сейчас поставить такую короткую цель, к 8 марта похудеть, удивить своего любимого мужчину в каком-то платье красиво. Можно поставить цель себе похудеть, постройнеть, подтянуть тело к лету, да, для того, чтобы одеть купальник, и все подруги: «О, какая ты молодец», да, сказали. А можно такой быть всегда. Будь всегда предметом восхищения, будь всегда готовой к тому, чтобы одеть купальник и умчаться куда-то на курорт, даже зимой, не думая о том, что где-то там целлюлит наелся, ну вот, и сейчас не время. И это реально с продуктами Кораллового клуба, с теми программами, которые сегодня озвучили, с тем, что, с чем с вами поделилась Наталья своим опытом, Марина своим опытом. Это реальные рабочие программы, это классные, эффективные продукты, которые дают результаты очень быстро. Я вам желаю собственных результатов, новых достижений, будьте активными, живите долго и счастливо. Долгожители, все люди активные и подтянутые. Я вам желаю быть активными, подтянутыми и долго-долго радоваться жизни и радовать своих близких, свое окружение. Мы благодарны вам за то, что провели с нами этот вечер. И до встречи, дорогие друзья. Будьте здоровы!